зрители. 145-я серия, продолжение предыдущей, часть вторая. Вот, сегодня ты услышишь продолжение промо-версий каждой песни по половине. В прошлый раз я слышал по половине каждой песни первую часть. А сегодня ты услышишь каждую песню до конца самого места, ну почти с того места, где закончилось. Короче, так, этот альбом в сети не это самое. Я выкладывать полностью не буду. Вот. По смерти стон, над жизнью стой. Вот, значит так. В этом году исполняется моему проекту Торнопарк 20 лет. Прикинь, ёптить, а ты даже не знал. Вот, блядь, уже. Что ж ты за лошара такой, что ты не знал, блядь, а? Вот, а все потому, что я, блядь, как-то лег на дно. Скажем так. Цивильная жизнь меня схавала немножко. Я как бы где-то с 2000... Ну, короче, вел в основном студийную жизнь. Компьютер у меня появился только в 2006 году. Вот, интернет тоже где-то в 2007-2006. Вот. И как-то так особо маркетингом не занимался. Вот. И где-то в 2014 году, в 2015 начал заниматься маркетингом. Вот. И уже, естественно, ну там у меня фильмы есть, да, по поводу, как я от идеи до питания на лейблах, на сторонних, вот, на физических носителях и в цифровом формате. Есть целый фильм на эту тему. Короче, смотри на моем канале, подписывайся на канал, короче. Будь как я, будь круче меня. Все. Вот. Так вот, в этом году исполняется 20 лет. 20 лет моему проекту Торнопарк. И в честь этого события, юбилея, я договорился с Саенко о проведении в его клубе ЛФ 23 ноября 2019 года. Будет концерт. Приходи в 20:00. Я тебя приглашаю. Вот. Будет весело. Будет специальный гость. Это пока секрет, кто будет. Вот. И будет проект Торнопарк. Вот этой программой, только, к сожалению, не с этим составом, да. Значит, по порядку, Состин Николай, я ему даже не писал, вот, потому что я как-то написал что-то, ну, он играет сейчас в группе Сум, вот, и поэтому, как бы, видимо, ему пофиг этот проект, ну, я так думаю, короче, не важно. Значит, на соло-гитаре Дмитрий Черниченко, он уже по моим сведениям, я вообще не вижу ни на Фейсбуке, нигде, и куда он делся, куда пропал. Я его лет 5 назад видел совершенно серийным человеком, лысеньким, без волос, лицо не ровное. Вот так. Это было для него чисто, ну, да, это самое. Вот, короче, да. ЖК Громадов, который тут играл на басу и на вокале, он ему написал, пригласил на бас, но он сказал, что он уже давно не в себе. Вот, как же тоже семейный человек, вообще-то Максенте работает, вот, короче, тоже IT, технологии и все такое. Вот. Короче, так, состав такой. Я играю здесь на барабанах, ну не здесь, а в новом составе. Играю на барабанах, я уже умею играть. Средние темпы всякие, вот. Но еще не умею бас-биты, и еще карданы у меня. А потом как начну хуярить бас-биты, карданы. Вот. И надо тренироваться, естественно. Вот. Скорость на это самое развивать. Короче, так, нашел соло-гитариста, который, ну, конечно, не так супер-пупер играет, как этот, ну, тоже охуенно, я скажу, вот, супер-пупер, мне понравилось, вот. А на вокале и на ритм-гитаре будет Александр Походин, Радослав, вот. Максим Вехов, я на ударных, Алексей, фамилию еще не знаю, на соло-гитаре, вот. На басу еще никого нет. Ты можешь быть на басу. Пока. Все, включаю мафон.
прослушиваешь песни. Yeah.
Христос!